Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в Sims 4 с дополнением «Жизнь в большом городе» в стилистике My Little Pony. Снова я поймала Коко в странном положении, и, конечно же, как я и думала, посреди ночи началось завывание. Да, баюкаю полностью. Как и ожидалось, посреди ночи у нас что-то надо поменять, что-то покормить и все остальное, но благо Коко сама сообразила. Да, как бы она... Я ничего не говорила, она сама такая, окей, я побежала, да, побежала. Так что хотя бы в этом плане она у меня ответственный человек. Если ребенок плачет, значит, надо с ним понянчиться. Все, пойду телеку смотреть. А ты типа выспалась уже? Действительно, она типа почти выспалась. Ну, ты знаешь, нет, красавица, давай-ка ты еще чуть-чуть поспишь, потому что это самое как-то... Вернись, иди спи. Иди спи, говорю. То, что если ты сейчас встанешь, ты потом меня в 8 вечера уже спать захочешь. Так что давай-ка, досыпаем до положенных хотя бы 6 утра. Ой, ай-яй-яй! Классный у нас будильник с утра пораньше. И вы видели? Тут все-таки бывают землетрясения. Черт. Все-таки подскочили. Вот это поворот. Нет, серьезно. Ужас какой. Какой кошмар. Я только это самое, чуть поспать легли, а тут раз, и это самое... Натруженность занятия спортом, все мускулы ноют после упражнений, дайте им отдохнуть. Вот бедняжка, просто неженка, мороженка. Ох уж эти землетрясения, лучше будильник, действительно. Пойду в туалет. Коко, ты далеко пошла. Коко же второй раз пытается дать до телевизора. Да, опять пеленки. Представляешь, Коко? Да. Так. Нет, давайте мы не будем набирать стаканы воды и пить. Кто-то тут, я помню, вчера намусорил... Поэтому я думаю, что это надо прибрать, пока Коко не увидела и не накричала. То она такая. А, у нее с досугом? Да нет, у тебя все хорошо с досугом. Это врёв. Все у тебя хорошо с досугом. Это называется «Нечего делать». Обнять. То обнять, то поцеловать. Прям... А мусор кто-нибудь выкинет? Это классно за собой брал. Прям вообще. Так. Взять порцию. Она есть хочет вообще? Хочет. Не хочет, захочет. Коко безнадежно все пытается пробиться к телевизору. Просто. Она все пытается посмотреть какую-нибудь ТВ-программу. На мои все. Нет. Ты не смотришь телевизор. Ну, по крайней мере, пока муж дома. Без мужа еще посмотришь. С мужем надо... А что ты так много себе? Или это нормальная порция? Он просто съел уже. Смотреть. Что у вас по общению? Норм. А у тебя? У тебя норм. Смотреть, она на котика смотрит, она на цветочки Кэмилла. Но если у вас по общению норм, то вы можете даже... Я вас не буду заставлять общаться. Смотреть телеканал «Гражданские права». Быть дружелюбным с Коко. Отдай тарелку. Профессиональный вортарелг.
Все, нет, не телевизор, не угадал, не угадал. Программирование. Продолжить внештатную работу. Так, а ты что хочешь? Она хочет телевизор. Уж какая. Ну что у нас тут? Наконец-таки розочки таки выросли. Таки выросли розочки. Ура, что-то выросло. Кошмар, я уже думала, никогда не вырастет. Нет, ничего, так выросли, смотрите. Они желтые, потому что мод просто на осень, поэтому они типа желтые. Так-то они нормальные. А у нее что? Замусоренная обстановка. Кстати, мне интересно. Один момент, я посмотрю программирование. Нет, все еще игру он не может написать. Ей. Кстати, может быть, нам что-нибудь рисовать по фотографии? Маленькая картина. Давайте-ка вид с балкона нарисуем наш. Вот. Получи навык фотографии. Видите, какая красота. За окном бурлит жизнь, все куда-то едут, куда-то бегут, на работу, Дарлинг, он в школу понеслась, очевидно. А, что, дорисовала, да? Покажи, что нарисовала. О, вообще, экспрессионизм! 2600, обалдеть. Нет, давайте, может быть, мы... Что там, ставить картину в рамку? Давайте попробуем повесить куда-нибудь дома. У нас тут местов много еще. О. Не, конечно, если совсем с деньгами прижмет, мы будем их продавать. Очень красиво, мне нравится. Под эту комнату подходит такая в рыжих тонах. И она стала вдохновленной. А, нет, уверенной. Давай-ка ты начнешь уверенную картину, пока ты вдохновленная, точнее, уверенная. Просто настроенческие картины прикольнее получаются. А может, ты нарисуй ты ее. Ух ты, смотрите, какой у нас Супермен. Это я тоже не хочу продавать, это тоже хочу себе оставить. Так, кому-то пора на работу. Сколько ты выполнил? 75% вполне норм, все, иди на работу. Свободен. Все, давай, зарабатывай деньги, а то мне что-то все наши картины так нравятся, что продавать не хочу. Ух ты, вообще, какой разошлась сегодня. Так, она хочет начать рисовать уверенную картину опять. Великолепно. Это у нас не такая классная получилась по цене, тем более оставим себе. О, тоже давайте ставим рамку. Вообще, у нас будет мега художественный дом. Ну, нарисую еще одну. Что же с тобой делать? Сегодня какой у нас в ударе по рисованию. Это что такое? На, хвастаться мускулами, точно. Точняк, еще ж можно мускулами-то хвастаться перед всеми подряд. Короче, ура, у нас есть розочки. Да. Скоро у нас будут еще вот эти штуки. Можно продавать, собирать урожай и продавать его, но я хочу просто, чтобы у нас были красивые розовые кусты на балконе. Вот эти фрукты, ягоды можно будет продавать, наверное. А вот такую же? Ну, вторую такую же мы явно продадим, я думаю. Давай, щедевр. Нет, не щедевр. Великолепно, 927. Ну ладно, давай. Продать. Все. Так. Давай-ка на обычную. Так, что она сама захочет? А, ну в туалет ей бы надо сходить, на самом деле. И душ, может быть, принять. Да, давай-ка ты займешься собой. Там душ, туалет. Принять ванну. Выпить чашечку кофе. Кстати, за ребенка пока не играть нельзя, не посмотреть, что у нее как там. Ванна. Ванна, это хорошо. Так, бай, ну вот, у нас опять. Если она, в принципе, недалеко от нее, то она сама соображает, что с ребенком надо по это самое позаниматься. Да.
покормить, она баюкать, пеленки покормить. Стандартная процедура. О, а тут она решила ее грудью покормить. Внезапно, наверное, потому что никого рядом нету. Поэтому такая, а почему бы и не покормить, как полагается? Так, ну что, давай, может, какого навык пения дальше будем качать. Никон, пение. Уважаемый сосед, мне скучно, не хотите немного пообщаться? Где он? Как обычно, скучно им. Отказаться от общения, согласиться, пообщаться. А, нет, не ушел. И что вы тут, соседушки? Вам что, сегодня не на работу, не на учебу, что ли? Шерри и Коко теперь хорошие друзья. Так. Кстати, а что сегодня за фестиваль? Фестиваль специй, по-моему, в пятницу. Вабарани Зимзе, Баюми, Джаспаксин, Парду Скидна, Фуаша Забрис. Да, сегодня фестиваль специй, на который мы, наверное, не пойдем. Потому что навыки хватит пить нашу воду. Хватит пить нашу воду. А, руки помыл. Вот это... Давайте с ним еще поиграем. Раз уж они у нас тут. Нам пить надо, а мы в видеоигры режемся. А. Кто так делает? Мы так делаем. Ой, Мико там. Мико, мусор выносит, как обычно. Мико, и ты давай это самое, заходи. Что они сегодня, у них что там, выходной в пятницу повсеместный? Что-то никто с нами не захотел. А, или я их не выбирала. Не, выбирала же. Если я забыла, выбирала или нет. Ладно, Коко, тогда не играй. Ой, ай, не та, это самая, я такая. Ну ладно. А, я не вовремя подошла, она теперь смущенная. Я это самое... Как это? Не вовремя подошла, поэтому она... Я же не видела, что он с ней целоваться шел. Я такая раз. А, все, вроде отошла. Слушайте, мне кажется, они хотят вдвоем пообщаться. Коко, может, мы с Дартом лучше пообщаемся? Что она хочет, кстати, похвалить кого-нибудь? Дартинг просто. Занахой Тамбра Абазирик. Уп. Вабарани Зимзе. Чё рассказывает просто? Рапани Варуда. Горба. Джима. Гафа. А чё Мико пошла? У нас посменно, короче. Все. Все, кто в состоянии заботиться о ребенке. Так вот. Коко, у тебя уже все, даже соседи о твоем ребенке заботятся, просто порука. Чего вы тут-то встали, я не пойму. Так весело в коридоре стоять. Короче, соседушки скрашивают наш декретный отпуск, как могут. Кто-нибудь поаплодирует потом, нет? Интересно, нас слышит или нет? Что-то вы тут делаете?
Короче, пускай они тут обнимают скуку. Давай мы с тобой потренируемся. Здесь. Не пускай там стоят, обнимашкаются, еще что-нибудь. А то молодежи вообще это самое не даем побыть. Все, на работу, может, пошел. Дарлинг, да такая вот, только комп едать и все. Просто типичный подросток. Кстати, а что она про нее знает? Официантка, подросток, активная и недотрога. Пам-парам-пам-парам-пам-пам. Кира сейчас такой приходит, такой, компьютер занят, телек занят. В городе проходит фестиваль. Конечно, очень заманчиво, но нет. Сегодня мы на фестиваль не пойдем. Мне пора на работу, увидимся позже. Почему-то она на работу ходит туда, а не туда. Так, да. Я предлагаю начать прямо отсюда. И эта штука такая. Кто тут у нас хочет зайти в гости, чтобы пообщаться? Юсеф. Слушайте, Юсефа нам только не хватало. Ну, окей, ладно, приходи. Если так хочешь. Отлично, мне пора. Ну, заходи, с тобой надо пригласить тебя. Прямо это самое, сам не заходит, ужас какой. Вдохновленный он пришел. Хотел бы сходить на фестиваль специй, ну, с кем ребенка оставить? Ребенка оставить не с кем. Хотя можно оставить за главного Акиру и сходить. Повзрослеть? Ну, в принципе, нанять няню можно. Интересно, давайте попробуем эту опцию. Ты можешь, мы сейчас исходим еще на фестиваль. Вабарани Чариб. Забрис Кетара. Куларга Закуни. Благодарен за использование услугами компании «Нежная забота». Няня будет в 18:40, через 20 минут. Так, Коко, тебе не надо там... Можно, кстати, сходить в туалет. Интересно, сколько с нас няня возьмет? Мне просто интересно. Просматривать веб-страницы. Ой, няня пришла. Здравствуйте, меня зовут няня Эль Хури. Эль Хури. Приятно познакомиться. Я вам подойду по всем параметрам. Я могу играть, готовить и учить. К тому же я совсем не против менять подгузники и убираться по мере необходимости. Давайте повеселимся. Да, она сама такая раз и пошла. Ну, окей. Раз и сама пошла. Ну что, давайте отправимся на фестиваль специй. Сейчас посмотрим. Ну, вроде норм, тетка. Давайте тогда на фестиваль съездим. Давайте позовем. Я, правда, не уверена, что они поедут. Ну, позвать-то можно. А, Дарлинг на работу пошла, точно. Чё это я забыла, что Дарлинг пошла на работу? А что там было написано про няню? Я, как всегда, сначала нажала, потом... Не забудьте, что вы наняли няню. Если хотите, няня будет приходить, когда ваших персонажей нет дома, и выставлять счет, когда они вернутся домой и больше не будут нуждаться в услугах няни. Счастливый час в караоке-баре. Напитки со скидкой для всех. Ну, посмотрим насчет няни. Что у нас тут будет? Да, допики новые. Забава, забав. Так, меня интересует халявная еда. Где моя халявная еда? Ну-ка, появляйся, халявная еда. Хочу халявную еду. О, у нас Марико тоже играет, оказывается. Я не знала. Я не знала. Нет, что-то в каре мне сегодня состязаться не хочется. Давайте вот что у нас тут. Рамен. А мы ели рамен? Я, честно говоря, даже не порцию. Ой, не помню. Ели ли мы рамен? Свинину ели. Брошетки ели. Фо. Не знаю, что такое. И сиопау вроде бы мы ели.
Такие побежали. Еда, халявная еда, аппетитные ароматы. Все такие, еда. Да, как он сейчас будет таких. Ом-ном-ном, ом-ном-ном. Ом-ном-ном. Куда она пришла? Тараф? Работничек наш. А Кира где? Тут бульбулярит. Что-то она ему рассказывает. Но мне кажется, что Коко перезанималась и стала еще более худой. Сейчас надо не это самое, не переусердствовать с занятиями спортом. А ты с Аравом пообщаться не хочешь? Что у тебя, кстати, спать хочешь? Смотреть выступление. А, там Марико, кстати, выступает. Пузыри! Да. Нет, не умеешь, не берись. Ну, досуг хотя поднимается. И то хорошо. Ну, поднимай себе досуг. Куку, что у нас делает? Правильно. Надо... Вырвались на свободу. Надо выпить. Какое такое впечатление, что полгорода знает. Куда это они? Опять куда-то уединяться решили. О, кстати. Что она хочет? Восстановить роспись? Восстановить роспись, закрашенную или потускневшую художественную роспись, и восстановить. Но это надо не это, это надо уже закрашенную. Куда Мико убежала? Так, навыки я вижу здесь. Ага. Опять вы уединяетесь в местах караоке-баров. Но на самом деле так происходит, потому что когда я перемещаюсь, я выбираю опцию переместиться, ну, не сразу на фестиваль, а сюда, поэтому они как бы, если у них выпадает свободная минутка, они перемещаются куда положено. Ну, хотя больше не ссорится, и то хорошо. Лабрани Баюми. Какой там второй стакан уже заказан, судя по всему. Заказать напиток. Все. Все, она тебе сказала все, что тебе думать. Пошла в дамскую комнату. Набрать стакан воды и выпить. Ой, я не могу с них. Нужно больше стаканов воды и выпить. Пока периодически прогружается, не прогружается одежда. Что вы мои? Празднуйте, юные родители. Что она хочет? Подружиться. Кэшливый поцелуй. Ой-ой-ой, подожди, остаться на ночь. Ну-ну. И, кстати, это он по отношению к ней может делать. Ну, в смысле, то же самое. Все, дорвались, да, это самое. Напились и начали буянить, я поняла. Слепит он, Лумина!
Я бы сали. Да, какой-то там мускулы скоро будет здоров будут. Хватит это самое пить. Началось. Дона. Чило пеневе байма. Винфахаб. Сой. Чуваки такие все рядом просто это самое. Это был вежливый поцелуй, Коко. Ладно, все, ребятки, давайте домой. Хватит пить, все. Хватит пить. Хватит пить. Ты же тут все выпили. Все, они медленно пошли домой, спустили кучу денег на напитки. А что, вы домой пошли или вы тут все еще? Вы стоите в разные стороны? Ну-ну, ничего не общаетесь. Няня с нас взяла 60 симолеонов, и он очень хочет спать. Здравствуйте, как ваши дела? Так приятно снова вас видеть. Кто же спит? А няня все ушла, я надеюсь. А, нет. Все. Няня. Стоп. Акира, отпусти ее. Скажи, вы можете идти. Отпустить. Няня, пока все. Кабуни! С вас 63. И до этого, по-моему, 60 она брала еще. Ну, короче. Все, спать. Тетенька ушла. Ну, да, будем тогда периодически нанимать няню, чтобы наша молодежь могла расслабиться. Вот, конечно, Кире надо доделать. Он так же и не доделал это программирование. Продолжить внештатную работу. Он даже третий день не может ее допрограммировать. Ладно, в общем, у нас. В развалинах началась... Няня пошла, короче, от нас сразу в развалины на вечеринку. Но нет, мы, пожалуй, закончим. Никуда мы уже сегодня навечеринились. Да, вдали от ребенка. Но ребенку вроде особо хуже от этого не стало. Вроде все хорошо у нас с отношениями с ней. То же самое. В общем, тогда, по идее, у нас следующие третьи сутки должны быть последними с младенцем. Я не уверена, потому что написано, что трое суток, но как там будет на самом деле, кто его знает. Я никогда в Симсах еще полный цикл младенца не проходила, так что вместе посмотрим, чего как у нас будет. Но это будет у нас уже в следующих сериях. Надеюсь, это было вам интересно. С вами была Тома. Пока!